самое время отбуксировать патрулевоз в порт. Гонщик, оставайся там, чтобы капитан Палтус смог воспользоваться твоим тросом. Так точно, Райдер. Да, вот так. Да. Эй, Рокки, ты можешь подталкивать патрулевоз сзади. Запросто, Райдер. Раз патрулевоз в воде, теперь это корма. Ай-ай-ай. Далее, хо-хо-хо. Райдер, у нас проблема. В патрулевозе слишком много воды. Нам нужно прибавить скорость. Он вот-вот утонет. Скорее, гонщик, покинуть патрулевоз. Оп-оп, убрать присоски. Прыжок. Друзья, мне очень-очень стыдно. Я так вас подбил. Это моя вина. Патрулевоз пропал навсегда. А вот и нет, Дэнни. Мы поднимем его со дна. Зума, нужна твоя подводная лодка как можно быстрее. Ныряй глубже. Рокки, попробуй-ка найти длинный шланг и большой шар, который можно надуть. В моем грузовичке есть все, что нужно. Нет свалки для смекалки. Итак, у нас все готово. Как дела внизу, капитан Палтус? Готов приступить к накачиванию. Я торопился как мог, Райдер. Молодец! А теперь готовься. Мы с тобой должны засунуть этот шар под патрулевоз на самом дне залива. Увидимся под водой. Лодка! Когда мы подадим сигнал, включите двигатель Камбалы, чтобы он начал накачивать шар через шланг. Так точно! Капитан Палтус, шар на месте. Пора пускать воздух. Приступить к операции подъем патрулевоза. Вперед! Получается, да, ура! Очередная волнующая воображение операция щенячьего патруля. Совершенно верно, Цыпалетта. Браво! Вся бухта приключений наблюдает за нашими юными героями. Райдер? Если ты попал в беду, только свистни! Дерзкий Дэнни Икс, вам есть что сказать зрителям? Это было супер круто! Операция «Клубковая засада» начинается! Ой! Ах! Откуда это взялось? Клубок! Не волнуйтесь, я разберусь, в чем дело! Ой-ой! Попался! Отлично сработано! Отличный план! Это план, достойный Хамдингера! О, да, я и правда хитер! Мои коты катастрофы. Эй, потише! Второй рычаг! Второй рычаг! Следите за дорогой! Осторожно и медленно! Что-то все же не так. Так лучше, правда? Ребята, а теперь я буду смотреть телевизор.
даже больше, чем я думал. Простите, дайте пройти. Итак, Райдер, щенки, давайте вспомним ваши операции и ответим на вопрос, волнующий жителей нашего города. Как это возможно? Ну, мы всегда работаем одной командой. Каждый щенок знает, что он должен делать. Райдер – лучший лидер на свете. И у него всегда наготове вкусняшки. Круто! Вот и ответ, дорогие зрители. Секрет успеха щенячьего патруля – единство и угощение. Далее в нашей программе. Готовим вместе с фермершей Юми. О, они лучшие! Да уж, курочка просто звезда. Нет, я про щенячий патруль. Просто я дерзкий Дэнни Икс. Я хотел быть таким же крутым, как они. Но для этого нужна первоклассная машина. Вроде этой. Патрулевоз. Уверен, что если разогнать его до нужной скорости и использовать эту кочку как трамплин, можно перепрыгнуть через фургон. Высший класс! Знать бы, как робопес его заводит. Да! Я это сделаю! Легко! А теперь поехали! Ой! О, где тормоза? Что вы делаете? На помощь! На помощь! Стоп! А кто за рулем? Он как-то сильно виляет. И там Хамдингер. Тормози, гонщик! Скай, вы с робопсом догоняете автобус. Вперед, робопес! Прыгай, гонщик! Приятно, когда кто-то другой за рулем. Райдер догоняет, сделайте что-нибудь! Пошевелиться! Стоп! Хватит уже! Ой, ай, нет! Мэр Хамдингер! Райдер, помоги, мы не можем затормозить! Сейчас будем, мэр! Дело принимает серьезный оборот! Придется использовать твои супер-ботинки! Лав, снегоходы! Держись ровно, Райдер! Получилось, гонщик! И вовремя, Райдер! Скай, ставь робопса на позицию! Выполняю! Все на борт! Ладно, котята, водительские права! Я не могу подходить к ним близко! Давайте, кошки, уступите место робопсу! Эй, котята! Клубок! Хватайте его! Молодцы, щенки! Да ну! Похоже, щенки и правда справились. О, нет! Райдер! Педаль газа заело! Уже иду, гонщик! Включаю автопилот! И... Есть! Ты что, оставишь меня вот так, привязанным к стулу? А что? Хорошая мысль! Я понял, в чем проблема! Хороший рывок поможет! Гонщик! Да, Райдер! Уф! Канат! Получилось, гонщик! Спасибо, Райдер! Робопес, тормози! Фу! Ай! Ага, слезьте с меня!
Может, сюрприз Райдера уже готов? Что вы делаете? Мы хотели увидеть сюрприз. Ладно, ладно. Я скажу, что это, когда чуть позже поезд привезет последнюю деталь. Мистер Чудикс, в чем дело? Мои животные сбежали из загона. Я не могу их собрать. Сейчас будем. Робопес, пригони патрулевоз скорее. Мяу. Патрулевоз едет сюда. Да. Мой план идеально сработал. Обычно, когда я так говорю, что-то идет не так. Щенки, давайте окружать беглецов. Ты тоже, рыбопес? Нам понадобятся все силы. Похоже, они еще долго будут заняты. Мне пора действовать. Эй, а как же твой верный кузен и его котята? Райдер, кто-то угоняет патрулевоз. О, нет! Наверняка это сделал тот, кто выпустил всех животных. Нужно его вернуть. Вернем, но сначала нужно загнать животных. Заделай, щенки! Что ж, гепардомобиль... Мы прошли вместе множество гонок, но ты проиграл. Так что я сниму все твои хитрые примочки и создам гепардовоз! Спасибо, Райдер. Без вас, щенками, я бы все еще гонялся за страусом. Без проблем, мистер Чудикс. Но сейчас нам нужно найти патрулевоз. Есть идеи, куда его могли увезти? Нет, гонщик. Тот, кто его угнал, отключил навигатор. Ох, щенячий патруль без патрулевоза. Если его угнал злодей, он станет непобедимым. Не обязательно. Сюрприз, над которым я работал, может остановить патрулевоз. Но нам нужно дождаться поезд с последней деталью. Поехали на железнодорожную станцию. Молодец, гепарда. Ты создала шедевр жульничества! С гепардовозом я могу выиграть любую гонку, включая ту, что проиграла. Первая остановка – музей бухты приключений. Я заберу полагающийся мне приз. Это щенячий патруль! Ура! Вы здесь, Райдер! Уроки начнутся через 10 минут. Не беда, мистер Хадсон. Рокки, придется снять все колеса, чтобы залатать шины. Будет сделано, Райдер! Шестигранник! Ой, здесь нужна влажная уборка. Уже бегу! Водометы! Ух ты! Это на редкость напористый щенок! Да, мы мигом уберем овощи с улицы, а Рокки отремонтирует ваш автобус. Ура! Робопес, сначала заедем за Алексом. Ого! Прошу на борт нового школьного автобуса бухты приключений. Наш новый школьный автобус! Самый прикольный автобус! Добро пожаловать в наш автобус! Да! Здорово! Круто! Приветствую малолетних пассажиров! О, ну надо же, новый автобус, Цыпалетта, как чудесно! О, нет! Бедняжка останется без обеда! Мы поможем, мэр Гудвей! Пошли, я вам все покажу! У нас тут всякие классные машинки! Ура!
Здесь у нас находится гараж суперкрутых машин. Ух ты! Вот здорово! Это моя любимая! Щенячий патруль ждет твоей команды, Райдер! А ну-ка, ныряй глубже! Долг зовет, крепыш вперед! Теперь все в полном порядке, мэр Гудвей. Спасибо, гонщик. Скорее, щенки, просканируйте местность, чтобы узнать, куда движется гепарда. О-о, дело плохо. Похоже, гепарда нацелилась на это гигантское дерево. Нужно помешать ей свалить это большое дерево, чтобы оно не разрушило все джунгли. Не волнуйтесь, ее гепарда в вас не сравнится с нашим улучшенным патрулевозом. Робопес, развернись прямо за ней. Активировать заднюю камеру. Скорее, крепыш, буксирный крюк. Есть! Робопес, полный вперед! Ой, он остановил мой погром! Но я тоже не промах. Гепардовоз, полный вперед! Щенки, нужно направить всю мощность на двигатели патрулевоза. Сделаем это на счет три. И тогда вся наша сила пойдет в суперускоритель. Есть, Райдер! 3, 2, 1, жмите! Патрулевоз! А! Нет! Мой драгоценный украденный приз! А? Гепарда! Мы не можем спасти обоих! Щенки, вы знаете, как будет правильно! Мы должны спасти гепарду! Трекер, ты сможешь! Пурсупуэсте, Райдер! Конечно! Оф! Трусы! Старый патрулевоз. Спасибо, трекер. Я будто снова его выиграл. О-ха-ха-ха! С дороги! Покатался и хватит, Алекс. Как затормозить? Мы должны остановить мой фургончик, пока не случилась беда. Гонщик, натяни сеть между двумя деревьями. Оф, сеть! Круто! Вот и все. Щенки, никто не пострадал? Все под контролем. Порядок. Встречаемся у патрулевоза. Молодцы, друзья. Осталось дождаться крепыша и Зуму. Лови, робопёс! Что? О, нет! Скай, поднимай вертолет в воздух и спусти мне ремень. Сейчас, Райдер! А теперь следуй за патрулевозом! Отлично, Скай! А теперь открыть люк! И внутрь! Моя очередь! Фу. Вот так путешествие в школу! Еще! Еще! Было здорово! Уху! Спасибо!
спасибо, щенячий патруль. Увидимся, друзья. Если попал в беду, только свистни. Привет, щенки. Привет, Райдер. Мы хотели узнать, кто у нас самый быстрый щенок. Но все закончилось ничьей. Эй, Райдер, ты же говорил, что нас ждет сюрприз. Вот, смотрите. Не терпится увидеть. А что это? Я не знаю. Это едят? Ух ты! Знакомьтесь, щенячий патрулевоз! Это лучший в мире автобус! Мы отправимся на нем в путешествие? Да! Патрулевоз — это база на колесах. Мы можем ездить где угодно. Класс! Можно заглянуть внутрь? Конечно! Пошли! Как вам это? Туда поместятся наши будки. Ну да, за мной! Это еще не все. Смотрите, сколько места! Здесь вы можете отдыхать и играть. Круто! Ну а здесь у нас автомат с угощением. Закуски! И чего только тут нет! Смотрите, наверху место для моего вездехода. Ух ты! А теперь самое главное. Кабина со всем оборудованием, как на базе. Здесь вы будете получать задания. Мягко. Удобно. Отлично. Робопёс. Дружище. Робопёс будет управлять патрулевозом. Сейчас увидите. Робопёс, сигнал. Это Джейк. Смотрите. Большой экран. Здесь можно играть в тяф-тяф-буги. Это тяф-тяф-буги. Чуть позже. Ты чуешь? Пахнет джунглями. Мы уже рядом, Карлос. Жду вас с нетерпением. Как дела у щенков? Отлично. Все в полном восторге! Привет, Карлос! Как поживаешь? Чудно! Привет! Щекотно! Ух ты! Вот это джунгли! Жить в таком месте просто мечта! Да! В джунглях полно удивительных сюрпризов! Кстати, из этой лианы выйдут отличные качели! Стой, Маршал! Это не лиана, это... Что? Змея! Воу! Райдер! Не бойся, Маршал, это дружелюбный питон. Узнаю голос Мэнди! Не крутись, Мэнди! Я тебя сфотографирую! Эй, ну-ка вернись! Мне он нужен! Ну хватит, Мэнди! Надо же, сбежала с моим щенофоном. Тут поможет только щенячий патруль. Отважным щенкам все-все по зубам. Но как я вызову щенков без щенофона? Щенячий патрулевоз, конечно! Все щенки в патрулевоз! Райдер зовет! Не больно! Я тут немного закрутился в джунглях. Уф,
Щенячий патруль ждет твоей команды, Райдер. Спасибо, что так быстро, друзья. Эй, пристегни карабин, мы стянем вас с моста. Лови! Готов, дружище? Вот это приключение! Джейк, мы стянем вас с моста с помощью лебедки. Готов, гонщик? Готов. А ты не мог бы еще почесать мне за ушком? Держись. Включай! Лав, лав! Ой. Как ты цел? Я первая спросила. Со мной все в порядке. Ты спасла меня опять? Да, два раза за один день. Лучший день в мире. Да. Джейк, все в порядке? Все отлично. Благодаря Эверест, тебе и щенкам. Ребята, это Эверест. Эверест – это Райдер и щенячий патруль. Привет, Эверест! Привет, Райдер и щенки. Джейк мне о вас рассказывал. Вам обоим не мешает согреться. Здорово! Спасибо, Маршал. Иди-ка внутрь, там тепло и удобно. Угощайся бисквитом, Эверест. Со вкусом колбаски. И спасибо за помощь, друзья. Эй, Эверест, чем думаешь заняться? Придется мне поискать другой путь в мой иглу. У меня есть идея. Ты вроде говорила, что тебе здесь одиноко, так? Хочешь поехать с нами в бухту приключений? Такой умный щенок, как ты, всегда пригодится на горе. Серьезно? О, да. Находить тех, кто заблудился. Чистить дорожки, иногда спасать кого-нибудь. Обожаю спасать! В нашем патрулевозе есть место. Так я поеду с Джейком и остальными? Ура! У вас здесь водятся медведи? Простите, это мой голодный животик. Найдется еще бисквит. Сорок бисквитов в миске лежат, сорок хрустящих бисквитов. Как вы знаете, Мэнди похитила мой щенопон. По его сигналу мы можем определить, где сейчас Мэнди. Она вышла из джунглей и движется к холмам. О нет, это там, где древние руины. Они прокляты. Круто! Стойте, а там водятся пауки. Скай, возьми вертолет. Попробуешь разыскать Мэнди с воздуха. Небо зовет в полет! Что? Это звонит мой щенофон? Разве я могу звонить в патрулевоз? Мэнди! Мэнди, принеси щенофон обратно в патрулевоз! Рад был пообщаться. Гонщик, ты в своих супершпионских очках попробуешь выследить Мэнди в руинах. Древние руины и проклятие? Круто! Гонщик, суперагент готов взять след. Карлос, хочешь с нами? Вообще-то да. Надеюсь, что Мэнди не полезет в руины. Легенды гласят, что никто еще из них не возвращался. Ух ты! Жутко! Уверен, мы справимся! Отряд щенков к делу готов! Вперед, патруль! Гонщик! Вперед, патруль! Вперед, патруль, вперед, патруль. Возьми мой телефон, Райдер. Спасибо, Карлос. Ха-ха-ха!
багаж в патрулевоз. Ребята, мы выезжаем. Мне звонят Джейк и Эверест. Привет, Джейк! Эверест! Привет! Привет, Райдер! Мы начали считать пингвинов. Но помощь нам не помешает. У них сейчас период миграции. Скоро будем, Джейк! Кто ваш новый друг? Это пингвин номер 20. О! Какой милый! Доброго пути, патруль! До встречи! Вперед, робопес! Раз и все, приятель. А вот и Райдер, и щенячий патруль. Тише, тише, тише. Я тоже очень рад вас видеть. Приветствую вас в стране льда и пингвинов. Посмотрите на них. А тут их еще больше. Смотрите на льдине морж. Ух ты! Кали? Я вижу тукана! Я вижу! Ой, орел! Это хохлатый орел! Надеюсь, попугайчик Карлоса знает, что к нему лучше не приближаться. Щенячий патруль! Привет, щенки! Привет, Райдер! Привет, Карлос! А, Мэнди, этот ксенофон не для тебя! О, я тоже рад тебя видеть, Мэнди! Спасибо, что вы здесь. Значит, твой попугай не вернулся? Нет, я нигде не смог его найти. Я волнуюсь. Матео слишком мал, чтобы гулять по джунглям в одиночку. Мы видели на дороге хохлатого орла. Ой-ой, Матео никак не скрыться от такой большой птицы. Не волнуйся, щенячий патруль найдет Матео. Отважным щенкам любой орел по зубам. Щенячий патруль! Все в патрулевоз! Райдер зовет! Ура! Берегись! А где маршал? Я иду! Зря я спросил! Щенячий патруль ждет твоей команды, Райдер! Простите, что прервал вашу прогулку, но у нас происшествие! Попугайчик Карлоса Матео пропал где-то в джунглях. Ой. Он там один? Бедный попугайчик! Маленький Матео может попасть в беду в джунглях. У него красные с синим перья. Да, и Карлос научил его говорить. Да, я его научил. О, только свистни! О-о-о!
Эверест хочет участвовать в погоне за снегоходом? Хоть в снег, хоть в лед, к вам помощь придет! Бедняжка Кали! Ой, Калин управляется прямо к обрыву, а ведь дальше море. Кали упала со снегохода прямо на льдину. Ее несет в море, а снегоход едет сам по себе. Гонщик и Эверест за снегоходом. Зума, помоги мне добраться до Кали. Она плывет на льдине. Мы ее догоним, Райдер. Ну-ка, гонщик, чуть-чуть ближе, и я прыгну. Я пытаюсь. Почти достала. Ой! Отличный прыжок! Спасибо, гонщик! Держись за мной, Зума! Будешь искать Матео с воздуха на вертолете. Небо зовет в полет! Гонщик, твой дрон будет искать в верхушках деревьев. Дело в надежных лапах! Прекрасно! Маршал, используй лестницу, чтобы искать Матео в густой листве. Зажигаем! Отряд щенков к делу готов! Вперед, патруль! Скай! Вперед, патруль! Вперед, патруль! Эй, друзья, давайте разделимся! Вперед! Салют! Хочешь на перегонки? Давай! Вау! Дрон-шпион! Высокое дерево – отличное место для попугая. Лестница! Я видел что-то красное. О, это обыкновенный цветок! Ой! Мэнди, вернись! Что-то красное. Это не попугай, это маленькая жаба.
вон что-то красное. А? Маршал, ты не потерял свой шлем? Он у Мэнди. Как только я пытаюсь его достать, она стреляет бананом мне в рот. Видишь? Райдер слушает. Райдер, у нас беда. Игривый слоненок сломал нашу лестницу. И еще украл мой банан. Она рассыпалась до куски. Смотри, ты мог бы спустить нас из этого домика на дереве. Отважным щенкам даже слоны по зубам. Щенячий патруль, все в патрулевоз. Райдер зовет. Я бегу, кажется. Тут что-то не так. Щенячий патруль ждет команды, Райдер. Спасибо, что поднялись посреди ночи, друзья. Франсуа и капитан Палку застряли на дереве, на котором они ночевали. Их лестницу сломал слоненок. Точно слоненок. Так вот кто шумел у наших палаток. Маленький слоненок? Здорово, слоненок. Маршал, ты поможешь Франсуа и капитану Палтусу спуститься на землю. Зажигаем! Есть еще одна проблема. Какая, Райдер? Слонята никогда не уходят далеко от семьи, если все идет как надо. Похоже, что Гилда отбилась от своего стада. Скай, попробуй найти маму и папу слонов на вертолете. Щенки рождены летать! А еще искать слонов. Отряд щенков к делу готов! Маршал! Вперед, патруль! Позвони, если заметишь, Скай. Договорились, Райдер. Нам пора, Рокки. Ладно, обезьянки. Теперь увидимся на следующем осмотре через год. Вы слышали? Кто-нибудь еще слышал это? Нет. А это слышали? Это да. Да. Что это за звук, Райдер? Наверное, просто бугры на дороге. Это был очень большой бугор на дороге. Ага, да, точно. Дороги сейчас очень неровные. Только не это. Я же только что починил. О, надо же, какой прекрасный день сегодня в бухте. О, как это произошло? Что это? Надо позвонить Райдеру. Давайте на перегонки. Ой-ой. Эй, ребята, осторожно, не наступите. Осторожно, бананы. Не наступите. Я в порядке. Странно. Райдеру нужна помощь. Здесь большая, лохматая. Большая, лохматая что? Ну, посмотри.
Не волнуйтесь, мэр! Отважным щенкам все-все по зубам! Щенячий патруль! Все на базу! Райдер зовет! Банановые шкурки мне больше не страшны! Ага! О, да! А вот ведра все еще опасны. Хоккей ледышкой. Я рассказала о поездке мэра Гудвей, и мы устроили свое ледяное веселье. Гол! Райдер, нам нужна ваша помощь. Мэр Гудвей? Наш круиз сокровищ столкнулся с проблемой. Мэр Хамдингер врезался в айсберг. О, нет! Надеюсь, все целы? Пока что да, но если корабль потонет, нам не выбраться с этого снежного пляжа. Мы сейчас будем, мэр! Отважным щенкам все-все по зубам! Щенячий патруль! Все в патрулевоз! Райдер зовет! Маршал, осторожно! Я сморозил глупость! Щенячий патруль ждет твоей команды, Райдер. Спасибо, что поспешили. Робопес, вези нас в Антарктику на максимальной скорости. Мэр Хамдингер разбил корабль об айсберг. Нужно это исправить, пока он не потонул, чтобы мэр Гудвей и пассажиры уплыли домой. На помощь! Для этой миссии мне нужен Рокки. Своими инструментами ты починишь корабль. Даю зеленый свет! Но мне придется заходить в воду. Нет, мы доставим корабль к тебе. Для этого мне нужна Эверест. С помощью снегохода и крюка ты прикрепишь трос патрулевоза к кораблю. По снегу и льду на выручку приду. Отлично! Отряд щенков к делу готов! Вперед, патруль! Когда мы найдем животных, они нас не заметят. И так Карлос и Трекер смогут их сфотографировать. Трекер, Карлос, мы готовы! Muchas gracias, amigo. Спасибо. Райдер, над деревьями летят милые туканчики. Молодец, Скай. Карлос, к вам летит стая туканов. Карлос, смотри! Я вижу что-то большое на тепловом экране. Un tigre blanco. Hermoso, красивый. Райдер, мой эхолокатор засек топающие звуки. Трекер? Ты знаешь, откуда этот звук? Что-то muy grande, очень большое. И я слышу плеск воды. Son los elefantes! Это слоны! Это будет наша лучшая фотография. О, это Молли, Хэппи и Гром. Райдер, можно нам к ним подойти? Конечно! Робопес, опусти рампу! Нужно вести себя тихо, чтобы не отпугнуть слонов. Ух ты! Что их напугало? Унабеха, пчела большая,
Должна быть королева-матка. От ее жужжания убежали слоны. Они боятся пчел. Но слоны гораздо больше пчел. Но они, как и все мы, не хотят, чтобы их ужалили. Их уши и хоботы очень чувствительные. Это была бы большая бабочка. Почему она летает вокруг этого дерева? На нем нет цветов. Может, она ищет новый дом для всех своих друзей? Вам нужно это сфотографировать. Хорошая идея, Крепыш. Посмотрим, куда она летит, Трекер. Ой-ой-ой, смотрите, сколько пчел в сломанном улье. Они нас не тронут, если будем вести себя тихо и не станем подходить близко. Что делает королева-матка? Это танец пчел. Она указывает телом в ту сторону, куда все должны лететь. О! Вон туда! В той стороне водопой. Вдруг пчелы построят там новые ульи. Слоны больше не захотят ходить туда, чтобы играть и пить воду. Нужно позвонить Райдеру. Итак, спасаем корабль. Крепыш, есть поломки? Да, Райдер, огромная дыра. Корабль быстро тонет. Если сдвинуть айсберг, мы освободим корабль. Позволь мне, Райдер. Крюк! Крюк, тяни! Робопес, буксирный крюк! Итак, Эверест, прикрепим корабль к патрулевозу. Метка, Эверест. Теперь вытянем. Давай, робопес. Ура! Теперь, Рокки, починим корабль. Отвертка! Когда закончим, корабль будет как новенький. Да, и мэр Хамдингер вернет всех в бухту приключений. Стоп, а где же мэр Хамдингер? Насчет этого... Посмотрим, судя по карте, потерянное сокровище Снегделандии где-то здесь. О, здесь, да! Я нашла его, Райдер! Он выламывает сокровища из горы! Да, но смотрите, из-за этого трескается лед! Если не перестанет, может сойти лавина! Надо спешить! Пещера! Уверен, сокровище здесь! Стойте, мэр Хамдингер! Осторожно! Может сойти лавина! Да! Я не слышу тебя из-за лавины! А? Лавина? Мэр Хамдингер! Мэр Хамдингер! Все хорошо? Нет, не хорошо. Я застрял совсем один и... И ударился мягким местом. Сокровище я нашел! Не волнуйтесь, мы вас обязательно вытащим. О, хорошо! Не торопитесь! Я не спешу! Ура! Да! Ура! Мэр Гудвей, что происходит? Райдер, город в ужасной беде. Коди переместила здание каким-то устройством, а теперь поймала нас на башне и хочет отправить на Луну. Не волнуйтесь, мэр, мы справимся. Щенки, все в патрулевоз. Что вы видите, щенки? Люди заперты в башне. Их охраняют летающие дроны. Нужно найти перемещающее устройство Коди. Я нашел. Что оно делает, Рокки? Похоже, заряжается. Нужно больше мощности, чтобы отправить башню на Луну. О, нет! Другие дроны крушат все на улицах. Райдер, как мы успеем всех спасти? Дронов так много? Их гораздо больше нас. Нельзя сдаваться, щенки. Привет, Эверест. Нет, но... О, секундочку! Да, Трекер! Ола, ми амиго! Угадай, кто появился в джунглях! Сеньор Портер и его кафе! Во
Ваше колесо обозрения помешало моему ограблению. То есть полету. Салон Кейси в пустыне. Привет, Райдер. Щенки, кажется, это ваши. Я в домике на дереве на пиратском острове. Всем привет. Кажется, это должно быть на суше, Райдер. Прием, прием. На шоссе припаркован корабль, Райдер. Друзья, я знаю, что делать, но нам понадобятся все щенки и кота стая. Мы должны объединиться, чтобы остановить Коди и вернуть город. Но у нас мало времени. Как все успеют сюда добраться? Мы возьмем переместитель Коди. С его помощью мы вернем здание, а вместе с ними вернутся и все наши друзья. Мяу! Это дикий план! Но сначала поставим патрулевоз в скрытый режим, чтобы попасть в город незамеченными. Зума, Гончик, Крепыш и Маршал, постарайтесь выманить летающие дроны и Коди из башни. А Скай подбросит Рокки к переместителю, чтобы вернуть здание и собрать команду. Встретимся на берегу и объединимся, чтобы остановить Коди и ее разрушающий город дроны. Сделаем это! Да! Отлично! Весь отряд щенков к делу готов! Максимальная скорость, робопес! Поезд гораздо быстрее нас. Робопес, поставь патрулевоз на максимальную скорость. Вот он! Готова, Скай? Готова, Райдер! Вперед, патруль! Скай! Чисто, Райдер! Понял тебя, Скай! Посмотри, чтобы впереди не было сюрпризов! О, мегафон! Машинисты, что-то случилось? Почему мы не остановились на станции? Рокки, используй рентгеновский сканер, чтобы заглянуть в локомотив! Конечно, Райдер! Райдер, я не вижу машиниста Эда на борту. О нет, что с ним случилось? Неудивительно, что поезд вышел из-под контроля. Им никто не управляет. Ну, Райдер, куда мог деться машинист Эд? Робопес, сбавь скорость. Рокки, просканируй весь поезд. Есть, Райдер. Райдер, пассажиров тоже нет. На борту никого. Странно, куда они делись? Может, их схватили дизидастеры? Райдер! Пути впереди резко поворачивают. На такой быстрой скорости поезд может слететь. Нужно сейчас же остановить поезд. Крепыш, возьми электромагнит, чтобы замедлить экспресс. Долг зовет, Крепыш, вперед! Рокки, мы заберемся на борт и выжмем тормоз. Возьми инструменты, вдруг пульт сломан. Даю зеленый. Хотя в данном случае зеленый значит стоять. Крепыш! Рокки! Эй, дрон! Сыграем в водные салки? Я думала, что избавилась от вас. Круги! Мы вернулись, чтобы поиграть в вышибалы. Дроны, несите щенков на башню к остальным. Дроны нас не поймают. И ты тоже слишком медленная. Медленная? Элиди, будь здесь и охраняй переместитель, а я их поймаю. Отличный план. Элиди охраняет переместитель. Я знаю, как ее отвлечь. Элиди, скажи привет на всех языках. Привет, бонжур, буэнос диас, гутен так, куджамбо, ни
Теперь можно отключить переместитель от зарядки. Отвертка! Рокки, верни здание и подъезжай к берегу. Робопес, как станет безопасно, отвези людей обратно в город. Я запущу переместитель в обратную сторону. Клешня! Mm-hmm.